Дорогие мальчики и девочки, сегодня мы рассмотрим с вами неопознанный и нелетающий объект. Не знаю, как это назвать. Но применим к нему ненаучный способ изучения. Что можно сделать с помощью вот этого удивительного устройства? Например, это может быть просто гаджет. Как вот, скажем, спиннеры, о которых вы все забыли, я должен вам сказать. И несправедливо забыли, потому что все мои карманы забиты спиннерами. И если уж ты приобрел спиннер, то будь верным ему до конца. Давайте попробуем найти 200 способов применения этому устройству. Смотрите, его можно растягивать, его можно сжимать. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shots of men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. Что можно еще делать, если у вас прекрасное настроение и у вас изумительный музыкальный слух, то можно извлечь тончайшие, едва уловимые музыкальные нотки. Как камертон. Да, это верно, Татьяна Петровна, это гениально, это камертон. Дети, вы слышали? Уже сколько мы нашли уже способов применения? Уже 96,5. Да, правильно. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shots of men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. Сбивалка. Да. Сбивалка. Сбивалка. Мухобойка. Смотрите, муха не знает, что с помощью сбивалки можно ее уничтожить. Она об этом... Муха сидит здесь. Вот, муха сидит здесь. Она не знает, она не подозревает, что с помощью какой-то сбивалки можно просто взять и ее вот так вот. Видите, ее усыпить. Не будем говорить, что... Усыпить бдительность. Да. Дальше. Посмотрите, вот у нас сколько пиц. Street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shots of men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head first twists the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. Это устройство просто... для открытия третьего глаза. Или, например, просто забраться так. На Эверест. Угу. Просто так? Нет, не просто так. Но украшение можно, на елку? Может и букет, может и украшение на елку, но я думаю, больше подойдет, знаешь, скажем. Так, если, допустим, подходит тебе парень и говорит: знаешь, я всю дорогу думал, как где купить цветы, но не нашел ни одной булочной. И поэтому я дарю тебе, из-за спины достает, вот этот цветок. И ты, зная его порывы, его души, что ты ему скажешь? Не дурак, да? Спасибо. Спасибо. Мерси баку. Это чао, какао. Это очень мило. Это очень мило. Вот видите? То есть это безделушка сойдет даже за букет.